Всем привет, друзья! Почему снится велосипед? Сюжет, в котором присутствовал велосипед, символизирует вашу самостоятельность, умение видеть перспективы и сохранять равновесие в сложных жизненных ситуациях. Благодаря этим качествам вы сможете реализовать намеченные задумки и достичь больших высот. Работайте над собой. Развивайте свои положительные качества и вырабатывайте новые навыки, которые помогут достичь успеха. Сновидение, в котором вам довелось ехать на велосипеде, означает, что благодаря своему добросовестному и упорному труду вы добьетесь успеха в профессиональной сфере. Не ленитесь. Помните, что за достижениями скрывается усердие и кропотливая работа. Сон, в котором вам довелось ехать на велосипеде по дороге, означает, что вы склонны к уединению, не любите принимать помощь и советы со стороны. Не старайтесь справиться со всеми поставленными задачами и трудностями самостоятельно. Прислушивайтесь к советам окружающих людей и перенимайте их опыт. Если в сновидении вы ехали на велосипеде в гору, то вскоре перед вами откроются новые перспективы. Вы достигнете того, о чем давно мечтали. Получите общественное признание и будете жить в достатке. Кататься на велосипеде в сновидении к новым знакомствам и интересным предложениям. Они будут связаны с любовными приключениями и сексуальными похождениями, которые внесут разнообразие в вашу жизнь. Катать маленького мальчика на велосипеде во сне означает, что вы приметесь за новое дело. Однако из-за вашего несерьезного подхода и лени вы можете потерпеть поражение. Если в приведевшемся сюжете вы украли велосипед, то вас ждет тайная встреча и приключение. Вероятно, предстоящее событие будет связано с романтическим знакомством и новыми отношениями. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте посетить наш сайт sk1.online, где вы сможете найти более подробную интерпретацию всех снов и многое другое. Ссылка на сайт будет находиться в описании видео.